Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про сучасне мистецтво. У нас в гостях художник Юрій Шевченко. Юрій Шевченко – художник, має дві художні академічні освіти. Член Національної спілки художників України. Автор численних персональних виставок в Україні, Іспанії, Франції, Китаї, Росії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Угорщині. Роботи зберігаються в музейних і приватних колекціях в Україні, Німеччині, Іспанії, Італії, Норвегії, США, Угорщині. Хобі – музика. Юрію, я радий вітати вас у нашій студії, радий вітати вас у Дніпрі. Власне, ви з Києва приїхали до нас. Дякую. Хочу почати нашу розмову із таких загальних питань. Ну, по-перше, найзагальніше. Що таке мистецтво? Це будь-який вид діяльності? Взагалі, от як відрізнити мистецтво від немистецтва у широкому плані? Ну, от, несмотря на то, що я отримав професіональне образування, до сих пор не можу точно відповісти, але я скажу, як я це себе представляю. Искусство – это рефлексия какой-то части общества на то, что происходит ну, вокруг нас, ну, я имею в виду человечество. Вот. И раньше это было ну, в более простых каких-то формах. Просто сложность была в том, что люди научились там изображать духовность там, и какие-то там другие очень важные аспекты ну, состояния человеческой души. Сегодня, на мой взгляд, когда технологии уже во многом опережают ну, осознание человека, то родился вот постмодернизм. Поэтому еще есть одна черта нашего времени, что идет очень быстрое расслоение общественное. И поэтому, грубо говоря, ну, слесарю Петрову интересно вот это, а академику там этому... Цікаво інше. Ну, да, в принципе, да. Так и 100 років тому назад было. В принципе, да. Но сейчас, видите, это просто взято на профессиональную основу. То есть, когда вы заходите в собор Святого Петра в Риме, вот, всем Микеланджело... Сикстинская капелла. Ну, он доступен и дворнику, и аристократу. А сегодня же происходит все-таки такая тема, что айтишник – это одна культура, вот, там, ну, представитель другой профессии. Ну, я просто из этого исхожу. Меня всегда интересовало вот, отслеживать, как отвечает на цивилизационные вызовы та или иная ну, часть общества. Ну вот, в принципе, я просто знаю, что очень быстро реагируют музыканты, там, ну, наверное, писатели, живописцы. Там. Но все это находится все время в какой-то трансформации, потому что наше время, оно при всей вот капитализации этих всех ну, трендов, там, я не знаю, как это назвать, оно быстро, ну, короче, происходит очень сильное расслоение. И ну, как, я вот как художник, ну, у меня очень консервативная ну, техника старинная, можно сказать. Я делаю холст, масло, маленькая кисточка, и потому что у меня куча деталей. Я люблю рисовать детали. В это время ты можешь сосредоточиться там, и так далее. Ну, это выбор каждого, мабуть, художника, ну, да, 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 известно. Да. Не, просто, ну, сейчас же, как, очень многие люди, ну, делают следующее. Берется, там, 6 метров на 3 холст, и делается 3 мазка.
Вот, это один подход. Это коштует 3 миллиона потом. Да, это я абсолютно без всякой критики говорю, это один ход, а мой ход другой. Угу. Так, от я про 3 мільйони сказав, одразу хочу перейти до питання стосовно капіталізації мистецтва. От якщо ми говоримо, зокрема, про художнє мистецтво, якщо ми говоримо про картини, як відрізнити цінність тої чи іншої картини? Це залежить від ціни на ринку чи від чого? От ви згадали про ті ж 3 маски. Да? От як оцінити, скажімо так, цінність картини? Чи це в першу чергу суб'єктивно все? Опять-таки, это будет очень субъективный ответ. Смотрите. Мы вас и запросили, да. Тому у нас такая передача субъективна. К примеру, там мой любимец Энди Ворхол. Между прочим, русин. То есть Анджей Вархола. Да, Вархола. Наш общий знакомый с моей женой, к сожалению, уже умер, написал пьесу про Энди Ворхола, и он общался с его братом живым, до сих пор живет. И я просто к тому, что если говорить о вкладе в цивилизацию, то Энди Ворхол был просто первый. Опять-таки, я читал его биографию, там, с чего начинался Энди Ворхол. Однажды они собрались со своей подругой, это несмотря на то, что ориентация была у него другая. Неведомо, так. Да, и он говорит, что совсем нехорошо, уже скоро не за что будет там, купить самое простое. Говорит, я не знаю, что рисовать. Представьте себе, это 50-е годы. И барышня, которая, она показала ему $50, сказала, нарисуй вот это. И с этого начинается Энди Ворхол. Потом был Суп Кэмпбелл, и так далее, это можно. Я просто к тому, что он самый первый, просто... Ви знаєте, є така цікава фраза. Той, хто вперше порівняв жінку з квіткою, був геній. Другий – бездарністю. В принципі, да. Це має таке. Я просто к тому, що Енді Ворхол перший відкликнувся на ці визови, які посещали американське общество. А ведь, смотрите, тут можно говорить, он мне не нравится, он типа плохой. Но смысл такой, что американское общество – это общество, которое первое придумало массовое производство и первое придумало формулу массовое потребление. И очень логичная и очень органичная часть этого общества был Энди Ворхол. Если говорить о других примерах, то, что вы назвали, тоже очень многие люди говорят, что «Черный квадрат» Малевича, киевлянина Малевича, это типа не искусство, это большое искусство, и это поиск человечества найти разговорный язык, опять-таки, к той материальной среде, которая постоянно меняется. Ведь все мы люди живем в очень, в синтетической среде. Город – это синтетическая среда. И все, что нас окружает, это не обкатывалось миллионами лет эволюции. И поэтому у нас очень много вопросов, проблем. И первые эти проблемы возникли тогда, когда, на мой взгляд, первым человеком, который начал искать образный язык для нового времени, это был Тернер. Англичанин Тернер, который первый раз увидел паровоз, по всей вероятности он ошалел. После того, что ты всю жизнь смотришь на коня, и вдруг ты видишь вот это чудо. И появляется абсолютно уникальная живопись, которая, на мой взгляд, обогнала время, свое время лет на 200. А потом дальше уже, опять-таки, люди эволюционировали, модерн превратился в этот... Постмодерн. Да. Я сейчас просто говорю, что эта прослойка людей типа Пикассо, Брака, они все усиленно искали разговорный язык для нового времени, для новой эпохи, для нового материального окружения. Потому что ясно, что буквально в 17 веке люди не знали, что такое холодильник, что такое лампочка, радио, и
все современные люди просто, наверное, даже не, ну, никогда не задумываются над этим, что новая материальная среда диктует обязательно свои новые правила. Это очень хорошо видно в музыке. Вот. Ну, вы помните, как появились там, ну, например, вот эти группы, которые там сделали, ну, поставили на уши весь земной шар. Ну, типа Rolling Stones. Ну, 60-е це роки, так було. Да, і я просто, у нас є друг в Києві, який имел щастя попасть на концерт Rolling Stones в Берліні. Говорить, я вийшов оттуда поражений. Туда прийшли, от він про зрителей говорив, а там було три покоління. Це було покоління дедушек, сыновей і внуків. И все одинаково, извините за выражение, пёрлись. Так, власне, Юрію, от ми згадали такі прізвища, як Малевич, згадали Енді Ворхола, згадали Пікассо, почали так говорити про модерн. От я хотів у зв'язку з цим вас запитати, а взагалі, як відрізнити, скажімо, сучасне мистецтво, ми означили це тему нашої розмови, від, ну, умовно кажучи, архаїчного, да? От що це, як це? Это очень сложный вопрос. Я просто, вы знаете, ну, можно вот на примере музыкальном рассказать? У нас можно все. Смотрите, есть такая группа Даха Браха. Так, украинская. Украинская группа, гастроли которых мне рассказывали, что они расписаны на полгода вперед. Именно там расписаны, а не тут. Я однажды набрался мужества, начал их смотреть, слушать и смотреть. И пришел в восторг, потому что здесь был синтез, здесь собралось все. Вот начиная от одежды, этих шапок, блин, там этих очень классные, ну, одежда у них очень классная. Подбор инструментов. Я был просто восхищен, что люди играют без бас-гитары, без профессионального барабанщика. При этом есть и виолончель, там, и фортепиано, там, и какой-то вот этот такой полукустарный барабанчик. Вот. И это все плюс этническая вот составляющая их вещей, она, ну, не заставляет вот слушателя, ну, там, сильно напрягаться. И мне они очень понравились. Они вот действительно, это, я бы это назвал постмодерном. К сожалению, вот то, что я слышу там по телевизору у нас, меня это, ну, абсолютно не вдохновляет. Я, ну, как, я не понимаю. Вот, это вы относите до архаичного такого мастерства? Ну да, я вот, смотрите, ну, еду там по Киеву, там в Днепре я видел эти афиши, там приезжает аквариум. Ну, наверное, кто-то любит там этот тренд, там, как говорится, коллектив. Фу, этот бренд. Угу. Я как бы понимаю, что я однажды спросил, ну, вот человека в Днепре, говорил, как ты думаешь, Гребенщиков может собрать стадион в Лондоне? Он говорит, нет. Ну, сразу же ответил, нет. Я еще раз подчеркиваю, я к нему с огромным уважением отношусь. Это субъективно, то есть да. Вы свою властную точку зору. Говорю, а как ты думаешь, вот если приедет Led Zeppelin, ну, в Днепр, сможет он собрать стадион? Говорит, он весь Днепр придет на Led Zeppelin. Вот, вот и все ответы. То есть качество того, что делают люди, вот, интеллектуальная составляющая, эстетская, она, конечно же, ну, тут еще есть один момент. Знаете, вот, у меня никогда не было припадков там за границей. Там, я первая поездка была в Испанию, я там не падал в обморок. Ні в Барселоні, там ні, нігде, ні в Тарагоні. Каталонці би зараз образились, то що, ну, у них такі центральні моменти. Це мені одна з любимих моїх стран. Угу. Хоча б, ну, ми посетили в Джероні, ні, не в Джероні, я забув, городок, де музей Сальвадора Далі. Ну, це північ Іспанії. Да, саме север там. Я просто к тому, що от первое осознание было в городе Париж. И ты понимаешь вот эту вот синтез архитектуры и скульптуры. Синтез того, что люди с запасом сделали улицы. Это же все осваивалось в 19 веке. Там, в 18 веке 70% застройки.
И потом ты начинаешь понимать вот эти переклички вот этих суперимперий, вот, о том, что это не просто так, что это людей обогащало, воспитывало и двигало вперед. Я говорю про сознание, потому что проблем у человечества немерено. Мы все, ну, как бы, мы их порождаем и мы их решаем, должны решать во всяком случае. Но мне все-таки, как бы, я с огромным уважением отношусь к тем же самым британцам, там, или, потому что они очень быстро на это реагируют. Добре, от якщо ми вже вирішили, що у нас така досить суб'єктивна передача сьогодні, ну і не тільки сьогодні, давайте про вас поговоримо. Чому ви вирішили зайнятися мистецтвом, власне, художнім мистецтвом? Это тоже загадка. Вы знаете, я родился в 1953 году в Китае. В городе Порт-Артур шла война. Север-юг в Корее. Угу. Папа работал в противочумном центре. Мама украинская женщина, которая всегда сходила с ума, как китайцы на камнях могут вырастить вот такой помидор. Вот. И я просто, ну как... Потом были и Дальний Восток, и украинская провинция, и Киев, и после всех этих штук, вот это какое-то внутреннее чувство, я не могу это объяснить. Почему? Потому, ну вот, я вам расскажу одну историю, ее очень любит моя супруга. Я ей когда-то рассказывал, говорю, вот представь себе ситуацию. 67-й год. Город Прилуки, Черниговская область. Маленький город, есть одна улица Ленина через весь город. Вот, она покрыта булыжником. Еду развозят лошади, на телеге написано «Прилукторг», номер такой-то. Вот, в городе ездит «Бобик», «Победа», «Запорожец», «Москвич» 401, 407, 408 потом и «Волга», но это выше крыши. Вот. И вдруг, значит, я, ну, сначала я увидел каталог General Motors. Ну, я просто подумал, что это издевательство над здравым смыслом, потому что наши членовозки были гораздо хуже, чем то, что мог купить любой американец. А потом, я не помню год, может быть, 68-й там, я увидел, значит, каталог «Промышленная эстетика США». По сути дела, не постеснялись слово «дизайн» написать, потому что это, ну, британское, английское слово. Вот. И в этом каталоге была машина F40 GT. Это то, что... Власне, она у вас есть в этом каталоге. Да. Это... Вот тут просто история... Ця чи ця? Вот это. Это абсолютно умопомрачительная история. Она заключается в том, что Ford третий, по-моему, я от волнения могу забыть, второй или третий, значит, решил сделать сделку, совершить Сенсо Феррари. И говорит, продай мне этот завод Форда. И Форд отказался, причем сделал это в довольно грубой форме. Все это нарисовано задолго до того, как Илон Маск отправил машину в космос живьем. Все это сделано до того, как фильм был снят в 2019 году. Это, ну, довольно-таки, это, ну, 14-й год тут написано. И вот я просто к тому, что я когда увидел эту машину, когда я узнал, что она порвала всех, ну, это делал инженер Шелби, и он действительно сделал машину, которая... Мы в то время в Советском Союзе, опять, вот если антураж вспомнить, Прилукторг, лошади, вот... Небо и земля. Да, это просто фантастика. Потому что мы не знали, что такое Лиманс, французский, что там собираются элиты. Это вот отдаленно. У меня была выставка в Абу-Даби, и я увидел Формулу-1, эту, что это такое за организация. Это, конечно, волосы дыбом, и это впечатляет.
А власне, от якщо ми вже почали говорити особисто про ваше мистецтво, да, от як ви можете охарактеризувати свій стиль? І взагалі, може про якісь, які є у каталозі роботи, про одну-дві, хоча оскільки у нас час все-таки обмежений ефірний, розкажете. От як ви характеризуєте? Це сюрреалізм, це що? Це сюрреалізм. Супруга, вона іскусствовед, вона придумала формулу автоморфізм. Вот. Причем, ну, как бы одна часть пишется латинскими буквами, а вторая, ну, кириллицей. Значит, это такая помесь. Я хочу просто вот при помощи, вот, опять-таки, что такое автомобиль? Автомобиль всегда имеет хозяина. То есть в плане технического прогресса был корабль, там, куда несколько тысяч там, людей собиралось, там, самолет, там, поезд. И, но автомобиль имеет своего хозяина, хозяин имеет свою философию, свою культуру, свою эстетику. И вот поэтому они очень индивидуализированы. В 30-х годах, там, мой любимый период, когда появился арт-деко, когда люди поняли, что нельзя быть идиотами, а надо строить нормальную жизнь рядом с красивыми вещами, появились просто неимоверные дизайны, появились, ну вот, это арт-деко посвящено. Появилась новая архитектура. Все это происходило, антуражем был, значит, американский джаз. Когда вы спросили меня, я просто отвлекаюсь все время. Ничего, у нас такая вильная размова, тому. Вы спросили... Стосовно того, вот покажите, ну, свои работы, власне, да, чтобы наши глядачи, чтобы была какая-то визуализация. Оскільки ми почали говорити про мистецтво загалом, зараз про вас. Власне, и расскажите в двух словах. Ну вот смотрите, буквально. Меня часто спрашивают, и в Днепре спрашивали, почему она летит? Ну, особенно женщины спрашивают, такие вопросы задают. Я рассказываю историю, когда мы купили первую машину с супругой, и у меня еще не было прав. И мы, значит, взяли и втихаря решили, что мы можем проехать 90 километров. А уже техпаспорт был на мое имя выписан. Я просто к чему это говорю? Потому что первое вот это свободное, мы вдвоем, мы едем типа 100 километров в час. Нам никто не говорит налево-направо. Это чувство свободы, оно запомнилось. И вот свобода – это всегда полет. Ну вот это просто Корт 29-й, по-моему, вот это предвестник Дюссенберга. Это очень классные тачки, которые просто американская вот эта, ну, трагедия, то, что у них кризис произошел, а они просто стали банкротами. Это... тоже мои любимые, ну вот мистика вот это вот, названо это сказки друидского леса. То есть Британия, ну это всегда то, что вызывало большое уважение. Ну начиная от того, что... Это самая давняя Британия, мается да, на глазе. Ну я имею в виду, что тут, ну, тут как бы от друидов до ягуара, это вот, ну, то, что они... Ну, видите, уважение производит, ну, вызывает то, что светская культура была оформлена именно в этой стране. А появилась печать, газета появилась в Британии. Ну, надо, если совсем честным, вот две протестантские страны, Голландия и Британия, там они друг перед другом на выпорядке, кто кого. Ну, я просто к тому, что основа современной культуры заложена именно там. Юрий, на жаль, у нас залишається буквально кілька хвилин. От сьогодні ви у Дніпрі, сьогодні ви у нашій студії. Власне, тут буквально пару кварталів, якщо пройти, так, от, я думаю, камера може показати ваші картини ще. Якщо буквально пару кварталів пройти, у філармонії зараз діє ваша виставка. Близько 30 картин на ній є. От розкажіть, що це, власне, за виставка, що за картини представлені, взагалі, чому Дніпро, чому філармонія? Ну, ви знаєте, я дуже незалежний чоловік. Вот. І я завжди показую тільки те, що я люблю, дико люблю. Я был на разных морях мира,
Вот. Я просто влюблен в этот, ну, в эту субстанцию. Я очень люблю море в любых ипостасях. Море – это просто живой организм, и то, что вызывает восхищение, вызывает испуг. Ну, все, что вы… Полная шкала вот всех этих человеческих эмоций вызывает море. І... Тому ви приїхали в Дніпро. Да. Дніпро, мне сразу же понравился этот город. Я понял, почему здесь не только ракеты делали, но и отсюда вышла политическая элита, вот, черт побери. Бері і Совєтського Союзу, і України. Юрію, власне, про виставку, на жаль, дуже мало часу лишається. От що за картини представлені, як діє виставка, з якого числа до якого числа? Ну, це все супруга, знає, вона як менеджер, я не знаю, коли вона закінчується. Ну, по-моєму, ну, власне, через зараз діє головне. Да? От, да. От що за картини там представлені? Там от всі представлені то, що у нас на цей період було из автоморфизма, вот, и остальное это все вот то, что я вам рассказывал, море. Угу. Море, лес там такое. Юрій, от ще хотів вас питати, таке, можливо, більш загальне питання, але воно, безумовно, стосується і вас. От художник і його картини, це щось окреме, мистецтво окреме, життя окреме, чи це загальне ціле, от ваше уявлення? Вы знаете, нет, ну вот, как бы это сказать, у нас всегда была, вот в художественном институте была своя среда, вот, и, к примеру, если я там нарисовал хорошего живописца Дмитрия Тимофеевича, который никогда в жизни не занимался сюрреализмом, а просто широкий мазок там и так далее, то я как бы с иронией вставлял его, ну, в структуру, вот опять-таки то, о чем мы выше говорили. Как бы перекличка двух больших городов, Париж-Лондон, это вот та культура взаимосвязи с нашим. На самом деле я даже не знаю, что отвечать. Ну, як ви відчуваєте, от особисто, якщо про вас, да? Тобто те, що ви творите, це частина вас, чи воно існує якось все-таки окремо? Да, конечно, это моя часть, и, безусловно, ну, вот, это я вот, просто в своих работах. Так, ну і на сам кінець програми можемо сказати, на жаль, у нас буквально 20 секунд лишається, що, в принципі, той, хто хоче, може ознайомитися з вашим мистецтвом, може приходити до філармонії, дивитись, з вами поспілкуватись особисто, ну, ви да, там є, да. І, власне, бажаю вам успіхів, дякую, що прийшли. Ой, спасибо большое, так, дякую. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був художник Юрій Шевченко. На все добре.